Что делать, если постоянно выскакивает реклама от Google? Наподобие вот таких вот реклам. Нам понадобится несколько шагов. Это, во-первых, надо будет сделать резервную копию WhatsApp. Потом надо будет все ваши фотографии сохранить на флешку. После этого необходимо будет сделать резервную копию Google диски. И после этого всего зайти в меню архивации и сброс и сделать сброс данных. Если у вас нет root прав, то вы ничего не сделаете, кроме вот таких вот манипуляций.